Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Эвалар». Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фиталакс» от «Эвалар» – фруктовое послабляющее средство. Попробуйте также новинку – батончик «Фиталакс». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. Новинка – послабляющий батончик с ценными пищевыми волокнами. Прогноз погоды на пятницу, 5 августа, сегодня представлю я, Екатерина Краснова. Здравствуйте! Синоптики говорят нам, что на территории края наконец-то установилась ясная солнечная погода. Дождей почти не будет. Температура воздуха в пятницу утром в среднем по краю поднимется до 20-22 градусов тепла. Теперь о ситуации в отдельных городах и районах нашего региона. Прохладнее всего в Тальменке, Рубцовске, там плюс 19, без осадков. В Змеиногорске, Камне-на-Оби и Кулунде чуть теплее, плюс 20. В Змеиногорске пройдут небольшие дожди. В Заринске, Алейске, Белокурихе и Славгороде 21 выше нуля, солнечно. В Бийске плюс 22 и тоже ясно. В Барнауле 5 августа с утра плюс 19-20 тепла, ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров. На сегодня это все о погоде. Берегите себя и не забывайте захватить зонт, если выходите на улицу. До встречи!